У меня рана на спине, выдрана кожа. Сестре рассечение головы. Маме выдрано мясо на руке и дырка в ноге. Егору Кравцову на момент вторжения российских войск в Украину было 8 лет. А вот сам Егор. Вместе с мамой, сестрой и бабушкой ему удалось выехать из осажденного города. Но многим жителям Мариуполя покинуть его не удалось. Утром встанешь, поплачешь, вечером поплачешь. Я вообще не знаю, куда деваться. Это ж я не одна, представьте. Все разгромлено, все разбито. Куда людям идти? С маленькими детками он сидят, с манежем. В феврале 2024 года правозащитники из Human Rights Watch и аналитики C2 Research и True Hounds опубликовали расследование о том, что происходило в городе в первые месяцы российского вторжения. Рассказываем главное из этого расследования. Это телефон 24-летней Кристины Антипенко, которая со своей семьей, мужем Иваном, трехлетней дочерью Ариной и матерью супруга Светланой жила на Метрополитской, 98. Ариш, что тебе нужно, чтобы торт приготовить? Надо мне сахар и муку и тесто и лимон, конфеты и муку и тесто. Так мука и тесто уже было, а лимон зачем? А будет лимоновый торт? Да. В марте 22-го мирные жители укрывались от российских обстрелов в подвале этого дома. Среди них была и семья Антипенко. В дом попала авиабомба, и все 5 этажей здания обрушились. А люди, укрывавшиеся в подвале, оказались погребены под обломками. Сообщение Кристины матери Стефании так и не было доставлено. После этого авиаудара удалось найти лишь тело Арины. Стефания на протяжении нескольких месяцев раз в несколько дней ходила в морг, чтобы найти среди изувеченных тел свою дочь, зятя и его мать. Но все трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Вот что Стефания сказала правозащитникам. «Раньше я была мамой и бабушкой, теперь я никто». Для меня семья была главным сокровищем. Я жила радостно и счастливо, а теперь ничего не осталось. Я молю Бога только об одном – найти тела детей и похоронить, чтобы они были рядом со мной. Быстрее! 9 марта российские войска нанесли удар по территории больницы. Мирные жители пытались укрыться в подземном убежище городской больницы. Сама больница продолжала работать. Там оставался и медперсонал, и пациенты, в том числе беременные женщины и дети. Девочки, потихоньку, ручки на полу, все хорошо, все пролетело. Мама, что? Все. Заходите. Тихо, спокойно, без паники. На этом снимке спасатели несут раненую беременную женщину, Ирину Калинину. Через несколько часов и Ирина, и ее ребенок погибли. По словам очевидцев, в подвале больницы было не менее 57 человек, 30 из них – дети. Мариупольцам не хватало ни воды, ни еды. 2 апельсина делили на 20 человек. Люди, рискуя жизнью, выбирались из убежища к колодцу, чтобы достать воду. Те, кто уходили за водой, могли вернуться без руки или ноги, или не вернуться вовсе. Еще одним убежищем стал Мариупольский драмтеатр. Рядом со зданием была надпись большими буквами «Дети». Ее было видно даже со спутниковых снимков. Однако российские военные все равно сбросили авиабомбу прямо на крышу театра. Правозащитники подтвердили гибель минимум 15 человек.
Агентство Associated Press в собственном расследовании утверждало, что погибло не менее 600 человек. Более полутора месяцев в городе продолжались бои, а мариупольцы пытались выживать без воды, еды и электричества. Просто есть, готовим здесь, потому что у нас нету ни воды, ни еды, как говорится, ни газа, ничего. Вот наша тихая обитель, где мы прятались от бомбежек. То, что нашли, то и это самое, то и готовим. Жменька капусты, картошки чуть больше было. Нашли томатную пасту, бурячок. Готовим. Массово уезжать из Мариуполя мирные жители начали только в конце марта. Многим пришлось покинуть город, не похоронив своих родных. До войны в Мариуполе жили около 540 тысяч человек. Вынужденно уехали больше половины – 350 тысяч мирных жителей. Я бы хотел вернуться на Украину до родни. Два брата живут в Івано-Франківській області. Там мати похоронена. Я б туди хотів вернутися. Бо більше нам нема куди вернутися. На 5 кладбищах в городе правозащитники насчитали более 10 тысяч могил, которые появились с марта 22 по февраль 23 года. С учетом среднего показателя смертности в Мариуполе, расследователи пришли к выводу, что за время боев в городе погибло не менее 8 тысяч человек. Но эти данные могут быть сильно занижены, поскольку в некоторых могилах хоронили сразу несколько тел. Многие погибшие остались в квартирах домов, которые либо были полностью разрушены бомбежками, либо снесены оккупационными властями. Также были обнаружены 3 братские могилы. Длина одной из траншей достигает 300 метров. Для сравнения, в братской могиле возле церкви в Буче 14 метров. Там обнаружили тела 70 человек. Сколько захоронено в Мариуполе в могилах, площадь которых в разы больше, остается только догадываться. Само захоронение стало большой проблемой для мариупольцев. Во время непрекращающихся обстрелов хоронить погибших было небезопасно, тем более пытаться отвезти их на городские кладбища. Поэтому город был усеян трупами и могилами во дворах домов или на детских площадках. Что теперь? Завернуться в простыни и ждать? Ну вот у нас там уже лежат. Никак не заберут. Надеюсь, будет какое-то перезахоронение, что это какое-то временное мероприятие. Потому что военные говорят, складывайте куда-то в холод. А в холод это только в подвал, а в подвале люди сидят. В подвал к людям носить мертвых как-то это... Поэтому вот закапываем. В центральной части города в период осады были разрушены более 90% жилых домов.
Пострадали и другие здания. Из 89 учебных заведений уцелели лишь 3. Столько же сохранилось школ из 74. А из 15 вузов не уцелел ни один. Нас оставили без всего. Все в подвалах. Живем. Это ужас. Разве можно так жить? За что? Скажите, вот за что? В чем мы виноваты? Перед кем? Сколок. Вот он. Уже летом 22 года власти РФ начали разработку мастер-плана развития Мариуполя, который предполагает восстановление города в течение 3 лет. Город отстраивают по российскому образцу. Например, центральный проспект Мира переименовали в проспект Ленина. Здание драмтеатра снесли, скрывая военное преступление. Так же произошло и со многими другими разрушенными от российских обстрелов домами. Вот, например, снос дома на Метрополитской, где погибла 3-летняя Арина и ее семья. Всего власти планируют снести 459 зданий. Есть в городе и другие изменения. Оставшихся учителей вынуждают преподавать по российской школьной программе, в которой Украина не считается ни суверенным, ни независимым государством. По телевизору теперь показывают российскую пропаганду, доступ в интернет обеспечивается через российские серверы, а украинские сайты заблокированы. Правозащитники установили 17 подразделений армии РФ, участвовавших в оккупации Мариуполя. Они утверждают, что высшее военное руководство России, включая Владимира Путина, Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, знало о планах захвата города и действиях российских военных.